Здравствуйте! Избавиться от паразитов нам помогут народные средства. Народная медицина накопила большой опыт по борьбе с непрошенными гостями. В этом видео вы найдете различные способы и рецепты по очищению организма. Вы часто лакомитесь конфетами или чем-нибудь сладеньким? К сожалению, большинство людей, не только дети, имеют сахарную зависимость. Вы когда-нибудь задавались вопросом «почему?» Есть две основные причины этой зависимости. Одной из причин являются паразиты в организме, другая причина – стресс. Когда человек ест много сладостей, он создает условия для накопления слизи в организме. Тогда размножение грибов и бактерий начинается на слизи. Согласно статистическим данным, треть населения страдает от паразитов. Как правило, человек даже не знает об их присутствии в организме. Паразиты, которые живут в нашем организме, забирают нашу энергию. Чтобы компенсировать это, организм должен съесть что-нибудь сладкое, потому что именно глюкоза, которая содержит конфеты, обеспечивает быструю доставку энергии для организма. Как правило, если у вас есть большое количество паразитов, вы будете иметь более толстый слой жира в организме. Если избавиться от паразитов, ваш вес нормализуется и тяга к сладкому исчезнет. И вот, когда паразиты прекращают брать вашу энергию, вы больше не будете иметь сонливость, усталость, головную боль, недомогание, и вы будете нормализовать обмен веществ и многое другое. Вы увидите сами. Для лечения паразитов и профилактики, даже если вы считаете, что у вас нет паразитов в организме, нужно делать эту процедуру 2 раза в год, 1 раз в 6 месяцев. Наиболее эффективным методом очищения является смесь из этих натуральных компонентов. Очищение организма от паразитов с помощью льна и гвоздики. Льняное семя и гвоздика эффективны практически от всех видов паразитов. Для приготовления этой смеси необходимо взять 10 частей льняного семени и 1 часть сухой гвоздики, 100 грамм льняного семени и 10 грамм гвоздики. Измельчите их в кофемолке до тех пор, пока они не превратятся в порошок. Принимать по 2 столовые ложки каждый день в течение 3 дней. Порошок может быть добавлен к приготовленной пище в 1 прием пищи. Или вы можете съесть его, а затем выпить стакан теплой воды, желательно утром. После 3 дней приема этой смеси сделайте перерыв на 3 дня. Затем повторите эту процедуру снова и снова. Эту смесь следует употреблять в течение месяца. Не следует пугаться некоторых реакций организма, таких как зуд, сыпь, герпес, изменение цвета стула, мочи или что-то другое. Если вы заметили, не все из них – это признак того, что очищение продолжается. Это очень эффективное средство. Эта смесь остается на стенках желудочно-кишечного тракта, в результате чего паразиты вынуждены оставить тело. Для того, чтобы улучшить результаты и чтобы паразиты в конце концов покинули свое место жительства, рекомендуется пить льняной чай на голодный желудок. Для очищения организма также хорошо принимать кислые молочные продукты – семена тыквы, семена подсолнечника, грецкие орехи, петрушку, укроп, свежие соки из фруктов и овощей. Проявляйте заботу о себе – и будете здоровы!